дальше видно было, сверкает вот такое зрелище, вот от сих до сих. Тут во все стороны, то слева, то справа. Не успеваю камеру водить туда-сюда. Такая вообще, такое зрелище страшно смотреть, честно скажу. Слева, посередине, справа, отовсюду сверкал. Вот опять. Я вот решила уже расширить настолько, чтобы было видно ракурс. Вот как громыхает. Обалдеть. О, там вот справа сверкануло опять. Сейчас оно отовсюду, в нашем вот месте. Сверкает слева, справа. Надо бы на море выбежать, конечно, посмотреть, что там творится с моря. Да. И дождя нет, слава богу, дождик был, дождя нет. Вот они, молния. Пойдем на море. Ух ты. Не успела я до моря добежать. Вот такой ливняк начался. Все стеной льет как из ведра, успела воду набрать до цветов. Тут сверкало, гремело, гремело, сверкало. Где-то небо светлеет, море опять не видно, где-то наверху. Где-то там, в небе. Промокает и сверкает. Я вот вся мокрая. Сбегала. Где тут я? Вот вся мокрая. Вот такая. Спряталась я. Обратно. Ветерок поднялся. Не успела я на море, правда, блин, не успела посмотреть, что там. Вон сколько листвы летит с платана. Уже вся крыша в листве. Так, гром гремит где-то там. Значит, с той стороны где-то и сверкает. Я вообще вся мокрая, конечно. Так, ну... Смерч, я думаю, вряд ли, но ветер сильный, прям сильный, музончик долгий, о, как сверкануло где-то уже там сверкает, он опять потемнело, только над горами светлело, сейчас опять там черное все. Обалдеть. Вон, где-то выше, где-то дальше. То было все напротив, теперь вон как несутся тучки. Как сильно. Видите, небо. Маленькая облачко несется. Нижние тучи так быстро двигаются. Тут так громыхнуло, я опять чуть не подпрыгнула. Вернее, я не чуть, а я подпрыгнула. Да. Дождик пришел к нам.
все забегали, кто в дождевиках, кто как. Видите, какой косой дождь. Сейчас посмотрим. Сверкает, сверкает. Отвлеклась, закрыла окно в ванной. А то дождь с моря дует. О, ветер дует. О. Дождь усилился. Лучок мой поливается. Вот такие катаклизмы. Ну, нормально, дождик. Все хорошо. Обещали 12 миллиметров дождя или 13. Ну, посмотрим пока. Ну, вот сейчас приближается к этому. К 12-13. А я водичку собираю. Буду потом цветочки поливать, когда жарко будет. Как раз смоет всех гусениц, тлю, а то запарила, прыскаешь, прыскаешь, дурацкая белокрылка, но она, правда, под листом прячется. В общем, я вышла и сверкать перестала. Я спряталась под навесиком. Народ бегает. Вот так вот сверкала-сверкала, и вон продолжает сверкать. И как полила. Долго я собиралась воду собирать. Но большую часть я успела, а остальную часть я уже под дождем собирала. Так что приезжайте к нам в Лазаревку. Увидеть разную погоду. Сейчас не холодно, тепло, дождик тропический, красота, зелено. Смотрите, как красиво. Где вы увидите такие световые эффекты? Там уже на камеру дождик попал. Там уже не такое черное, он с гор выливается. Сейчас протру камеру. В общем, громыхает, сверкает и льет. Вот такая погода в Лазаревске на 4 июля 2021 года. Дождик. Ничего необычного. Громыхать бывает сильно, пугает. Ну, а в общем-то, все нормально, все хорошо. Уже ветер перекрестный начался, видно его. И с гор, и с моря перекрестный дождик. Ветер, потому что с разной стороны. Вон уже на пешеходке тормозят. Сейчас нужно быть осторожным, медленно ездить. Дорога очень скользкая. Слышно, как шум дождя льет, как из ведра. Мой климатис. На пальме еще остался, его еще не сбило. Кругом соседи. Ну, полила я вчера немножечко помидоры свои, капельку, не сильно. Вот как раз. Наконец-таки обещанный дождь у нас пошел, а то у нас обещали, обещали, и дождей не было.